Приветствую вас. Ну что, давайте по порядку будем идти сейчас по вашему тексту, да? Итак, в цель началась год назад, когда летом перед первым классом начала выпускать его одного во двор. Что я вижу здесь? Я вижу здесь контроль, я вижу здесь ограничения, я вижу здесь гиперопеку, я вижу здесь стремление к власти, вашей власти над ребенком. Я вижу здесь недоверие к нему. Вы ему не доверяете. Либо там может быть еще страх за него. Но лично я думаю, что дело здесь не совсем именно в страхе, а скорее вот в отношении. Потому что, ну, согласитесь, что значит выпускать его одного? Ну что значит выпускать? Выпускать — это значит, что вы взяли и как бы, ну, позволили ему это делать. Он-то сам чего хотел? Почему не делали раньше того, что он хотел? И если он хотел? Понимаете? Вот. Важный это момент. Важно, безусловно, это очень важный момент для вас. Дальше идем. Так, старшие мальчики выносили деньги и говорили, что можно брать их у родителей. Ну хорошо. А вы хотите сказать, что мальчики все, как на подбор, воровали деньги у родителей? Вот прямо все. Ну, если честно, то мне кажется, это маловероятно. Вот. Маловероятно, что они все воровали деньги у родителей своих. Они просто говорили, что у родителей деньги можно брать. И это так. Это правда, что деньги у родителей действительно можно брать. А теперь, внимание, вопрос. Деньги у вас ребенок до этого просил, вы ему до этого что-то давали, вы ему до этого самому деньгами пользоваться позволяли или нет? Почему ребенок воспринял вот этот вот посыл по отношению к нему от ребят так, что именно нужно воровать? То есть он мог бы, ну, просто у вас попросить бы, например. Но он не попросил. Значит, он был уверен в том, что вы не дадите. А это означает, что между вами нет доверия.
Понимаете? Какая история? И если между вами нет доверия, то это все объясняет. Это абсолютно все объясняет касательно его модели поведения. Между вами нет доверия, он о своих желаниях говорить не привык, он считает, что вы ему не позволите, он считает, что вы ему не дадите, и он выбирает окольные пути для того, чтобы получить то, что ему нужно. Можно сколько угодно говорить о том, что это плохо или неплохо, а хорошо это или нет. Дело другое, в другом. Дело именно в том, что он вам не верит. А решить на самом деле проблему было бы достаточно просто. Условиться с ним, что прежде чем воровать, да, то есть так и сказать, прежде чем воровать. То есть не запрещать. Запрет – это не то, чем можно достичь результатов каких-то. Прежде чем воровать, просто скажи нам, скажи, что ты хочешь, что тебе нужно. И мы посмотрим, можно это сделать или нет. То есть еще раз, между вами и ребенком нет доверия. Это ключевой фактор. Ребенок вам не доверяет, он вам не раскрывается полностью, и, возможно, именно по этой причине ситуация и складывается именно так. Вот. Дальше, значит, смотрите, дальше, что идет у нас. Так, значит, он начал сначала по мелочи, потом до 500 р таскать из карманов и кошельков, и кошелька тратить на вкусность. Что это значит? Это значит, что ребенок до встречи с своими, ну, скажем так, может быть, не друзьями, да, ну, просто до встречи с ребятами, подавлял свои желания, вот, а потом он узнал, как их, эти желания можно реализовать, да, узнал, и все, и теперь он их реализовывает, вот и все. Понимаете? Это опять же, это подавление желания ребенка. Я не знаю, либо вы ему не объясняли, что можно, а что нельзя адекватно, да, то есть просто, ну, просто не объясняли, ну вот. Либо вы были к нему несправедливы, либо вы поступали к нему так, как вы не поступали по, ну, по отношению к себе, вот. То есть это, опять же, нужно выяснять, да, то есть нужно с этим разбираться, как так вообще, что там происходило у вас, вот. Понятно, да? Надеюсь. Дальше. Так. Сейчас, такого дворцового окружения сейчас нет. Здесь непонятно, что вы имеете в виду, дворцовое окружение, вот. Несколько раз попадался на том, что брал мелкие игрушки из кучи игрушек в гостях. Как бы здесь, забегая чуть вперед, я бы хотел сказать, что ребенок действительно хочет попасться, да? Это его ключевая, как бы, одна из ключевых потребностей ребенка, именно попасться. Но
далеко не всегда это столь очевидно для него самого и для, естественно, родителей тоже. Вот. Что важно понять? Важно понять, что тот факт, что вы уделяете ему все время и не работаете, не означает, что ребенок получает того внимания, которое ему нужно. Потому что вы можете с ним не быть искренне, вы можете с ним не быть близки, к сожалению. И ваше внимание, ваши усилия, которые вы предпринимаете для того, чтобы давать ему внимание, пропадает в тени. Особенно, если вы не удовлетворены, ну, сами по себе не удовлетворены. Так, так, реагировали мы по-разному, читали советы психологов. Ну, советы психологов читать не рекомендуется, самим обращаться на консультацию и исследовать ситуацию в семье, потому что ребенок — это ваше отражение. Сначала пытались сделать вид, что это разово, говорили, что верим, что это не повторится, объясняли по-всяк. Ну, а, окей, ну хорошо, говорили, что верите, что не повторится, ладно, а к ребенку-то отношения меняли? То есть, меняли что-то в вашем взаимодействии с ним? То есть, давали ли вы возможность ребенку, например, заявить о том, что он хочет? Ну, то есть, как бы, давали ли вы ему возможность сказать то, что, ну, то, что ему важно? Давали или нет? То есть толку, если вы верите, что это не повторится? Толку? Толку от этого? Ну, не повторится это. Хорошо. Так, а желание-то остается все равно. У ребенка желание все равно остается. Так или иначе. Тут как бы без вариантов. То есть, хоть вы его наказываете, хоть вы его не наказываете, понимаете? Если вы ничего не меняете в своем взаимодействии с ребенком, и если ребенок с вами себя по-другому не ведет, с вами не в том, что касается воровства, да? Не в том, что касается, буду делать или не буду. Он это делает, потому что он чего-то хочет. Он это делает, потому что он в чем-то не удовлетворен, чего-то ему не хватает. Да? То есть я не буду говорить сейчас, чего именно, внимание, любви, там, может быть, значимости, может быть, социальный какой-то ориентир тут имеет место быть, да, то есть, ну, например, хочу быть таким, как другие, например. Вот, я не знаю, я не буду гадать. Но, ага, вот смысл вашей реакции. Ну, вы отреагировали. Без решений новых, без изменений в модели поведения, то, что вы делаете, это просто манипуляция. По сути. Это просто манипуляция, это просто манипулирование ребенком. И все. И он это понимает. И вы это знаете. Вот он плакал, глялся, что не повторится, да, то есть у него возникло чувство вины. А то есть вы пытались вызвать у него вину. А дальше-то что? Ну, объясняли, а дальше-то что? Меняли-то что в поведении?
Вот, потом наказывали, вот видите, да, уже карательные меры какие-то, потом понимают, что мне ничего не дают, да, я ничего не получаю, мне только вызывают вину и наказывают. Ну, все, значит, нужно стараться, чтобы не поймали, отсюда у него и сожаление, что пойман. Вот. Когда спрашиваем, ну как я так украл игрушку у друга, он говорит, да, это опять, как я так украл игрушку у друга. То есть вы не спрашиваете, почему ты это сделал, сынок, чего тебе хотелось? Чего тебе хотелось? Чего ты хотел? Чего тебе не хватает? Вот. Давай ты будешь, вот когда это будет происходить, просто говорить нам, например. Говори, допустим. Вы же так не сказали. Вы пытаетесь его пристыдить, запретить, объяснить. То есть запретить, пристыдить, объяснить, да, это манипулятивная модель поведения к ребенку. Особенно, особенно, если он знает, что вы ведете себя нечестно. Вот. А вы ведете себя нечестно. Потому что, простите, но вы как бы говорите, что не работаете и что все время посвящаете ему, вот. Но вы несчастливы от этого, судя по всему. А это все. Это ребенком считывается. Считывается, что вы несчастливы. Он знает. Возможно, винит себя. Возможно. Я не знаю, наверняка, винит себя или нет, но возможно. Возможно, это происходит. Вот. Понимаете? Еще раз. Ребенок научился лгать и получать что-то без спроса у вас, не у детей. Дети просто раскрыли ему цель. Так, раньше сразу признавался, а сейчас такие истории выдумывают, чтобы не признаваться. Это правильно, потому что он же видит, что ничего не меняется, по сути, что его только обвиняют, ругают, и всего ничего не меняется. Так, внимание, этого ему... Вот, смотрите, вы пишете. читала, что это из-за недостатка внимания бывает. Но этого ему хватает. Откуда вы знаете? Откуда вы можете знать, что ребенку хватает внимания? Вы что, вы определяете, хватает ему внимания или нет? Вы решаете, хватает ему внимания или нет? Или вы считаете, что если вы не работаете и занимаетесь им, то это и есть удовлетворение потребности во внимании? Нет, это не так. Как часто вы с ребенком разговариваете просто по душам? По душам? Как часто ребенок чувствует себя с вами спокойно? Как часто ребенок откровенничает с вами, рассказывает, делится о своих переживаниях, например, о своих, ну, чувствах и так далее. Как часто это происходит? И происходит ли вообще? Понимаете? Еще раз, то, что вы им занимаетесь, ничего не значит. То, что вы жертвуете собой, не работая и посвящая все время ему, ничего не значит. Возможно, именно это, то, что вы лжете себе, и обусловило то, что он лжет вам. Дети учатся. И дети учатся не тому, что вы говорите. То есть невербалики. Они учатся. А они учатся невербалики. То есть вот то, что вы скрываете, то, что вы подавляете в себе, они это чувствуют, и они это реализовывают. Дети отражение ваших желаний. Дети отражение того, что хотите вы. Знаете? Поэтому в первую очередь это консультация с вами о общей атмосфере в семье. Второе, это привлечение мужской фигуры.
к воспитанию ребенка не в привлечение в плане наказания, а привлечение в плане взаимодействия, кооператива. Понимаете? Ну, дело какого-либо. Если ребенок украл игрушку у друга, это его друг. Пусть они с другом и разбираются. Вы поймите, он украдет игрушку у друга, друга у него не будет, он в следующий раз поймет, красть ему или нет. А вызывая у вас такую модель, такую реакцию, он может это делать. Просто иначе что? Что вот иначе? Что бы было, если бы он этого не сделал, если бы он не играл, что бы было? А ничего бы не было. Ну, он делал бы так, ну его хвалили бы и все. И, по сути, занимались бы каждый своим делом. Дальше. Правильно. Вы даже не хвалили бы его. А тогда только не крадет. Потому что как так, это само собой разумеющееся. Для взрослого человека, да. Для ребенка нет. Для ребенка нет. Понимаете? Ну, я не знаю, я, честно говоря, не уверен, что вы понимаете. Вот. Но тут вот история, да, она именно такая. Дальше. Значит, так, уже опускаются руки, не знаем с мужем, что делать. Что делать, чтобы что? Очень страшно за будущее кого? Понимаете? Нет цели. Чтобы он перестал воровать, вы хотите? Ну, запретите ему все. Он не будет воровать. Может быть, вы хотите понять, почему он ворует? Лично. Вместе с мужем на индивидуальной консультации. Не ребенок. Вы. Я не согласен с коллегой, которая говорит, что это развитие клептомана. Абсолютно. Знаете, какая история. Вот так. Если вы хотите, чтобы ситуация исправилась, хотите, чтобы ребенок перестал это делать, обратите внимание на то, что происходит у вас в семье. На то, насколько честны вы друг другу. Насколько честны вы с собой, в первую очередь, Лариса. Вам уже можно работать, ребенок, он большой, он уже, в принципе, проживет один. Вот. Им уже не нужно заниматься. Да? Вот. Это такой момент. Дальше. Насколько вы позволяете ребенку нести ответственность? Значит, за свои действия. Ну вот, самостоятельно. Ну, насколько вы позволяете это делать? Мне почему-то кажется, что не позволяете. Этот ребенок знает, что его накажут, да? Если он сворует. И все, больше ничего не будет. Накажут родители, подлятся и все. Все. Дальше что? Что дальше? Ничего. Дальше ничего. Понимаете? Вот. Не наказывать надо. А раскрывать отношения. Более эмоционально нужно реагировать на это. Например, высказать такую позицию, что вам очень грустно и печально. Не стыдно. А грустно и печально, что он это делает, что он, например, там, ворует и так далее. Ну, можно так сказать, можно так сказать. Можно показывать, ну, грусть, можно показывать грусть, даже нужно показывать грусть. Можно это делать, там, допустим,
в течение продолжительного количества времени, ну, времени, можно. Можно это делать и в течение продолжительного количества времени. Вопрос только в том, готовы ли вы к этому. Понимаете? Вот и все. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. А если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.